mujer perdida que mi vida por ti daría. No supiste valorar el amor que te he entregado y decides tú volver con quien contigo ha jugado. Привет, Рокки. Как дела, хозяин? А у вас, Бобби? Да пошел ты. Не забудь, ты должен мне струны. Да, конечно. Не думай, что я забыл. Ты мне за них заплатишь. Как заплачу? Конечно, $1000. Тысячу? Из чего они? Из кожи? Специальный материал. Ты должен мне $1000. Тысячу? А может быть, договоримся? У тебя что, нет денег? Может быть... А где Милли? Не знаю. В туалете. В туалете? Рассказать вам анекдот? Не надо. Точно? Да. Где Милли? Любовь моя. Вот и дождалась. Чего я дождалась? О чем мечтала? О страстном поцелуе. Хочешь еще? Да, нет. Ты что, придурок? Целуешь мою невесту прямо у меня на глазах? Успокойтесь, послушайте лучше анекдот. Помолчи лучше. Бобби, я его убью. Спокойно, спокойно, спокойно. Хватит толкать, идиот. Сам идиот. Что ты устроил? Ты же мне написала, ты что, спятила? Я написала, тебе что, приснилось? В чем дело? Заткнись и убирайся отсюда. Кто тебя поймет? Да делайте, что хотите. Пойдем, Милли. Никуда я с тобой не пойду. Подождите, успокойтесь. Мне нужно поговорить. Не о чем мне с тобой говорить. Потом, потом. Лучше пойдем, выпьем, пойдем. Он спятил, взял, да и поцеловал меня. Да тише, тише, успокойся. Не могу. Сейчас я его убью. Видел, что она сделала? Ну, тише, тише, смотрят все. Плевать я хотел. Сначала написал письмо, теперь выпендривается. Ты представляешь? Я тебя предупреждал, все женщины одинаковые. Она такая, как все. Сумасшедшая, ненормальная. Но я же тебе говорил. Вот ты где, милый. Смотрите. Блоха нашла новый гребешок. Фильм Рауля Лекоуны. В главных ролях Наталья Орейро и Факунда Арана. Дикий ангел. Автор сценария Энрике Торрес. В фильме снимались Фернандо Мистраль, Вероника Виейра, Лидия Ламальсон, Виктория Анетта, Норберто Диас и другие.
Режиссер Эрнан Абрамсон. Ну, поздравляю, ты неотразим. Первый номер. Где ты, там успех. Успех никогда меня не догонит. Да ладно. Хватит тебе переживать. Никогда я еще так не выходил из себя. А ты говоришь, хватит. Ну хорошо, я все понимаю. Никогда бы не подумал, что ты с Мартой. Не напоминай мне о ней, забудь ее имя. Да я просто не могу поверить. Я тоже. Придется сказать ей правду. Кому? Марте. Теперь она будет надеяться. Да пошла она. Ты что, не видишь? Выставила меня дураком перед Милагрос. Да потише, больно. Говорила же я тебе, Милли, забудь блондина. Не думала, что он такой подлец. Представить себе не могла. Подлец, настоящая свинья. Как он мог? Вокруг столько красивых девчонок, а он с Мартой. Свинья грязь найдет. Вот именно. Кому она только нужна? Приветик. Хорошо, что ты здесь. Хотела тебя спросить, что если мы сыграем свадьбу вместе? Ты с Пабло, а я с Иво. Ты не против? Я как раз об этом думала. Ты читаешь мои мысли? Иду. Да. Привет. Не могла бы ты позвать? Любовь моя, хочешь поцеловать меня перед сном? Девочки, не ждите меня. Марта, послушай. Любовь моя. Подожди. Это ошибка. Какая ошибка? Ну, я не знал, что... То есть я не думал, что... Ничего, мой милый. Идем к тебе. Я тебя приласкаю. Подожди, подожди. Во-первых, я тебе не милый. Что? Прости, это ошибка. Ошибка? Да. Я тебе писала письмо про любовь, а ты... Я думал, это не твои письма. А чьи же? Письма от моей... Ну, не знаю. Ну, ничего, все в порядке. Скажи, я хочу знать. Ничего, ничего, прости меня. Прости, все, пока. Сумасшедший. Такой пылкий, такой нежный. Никак не хотел меня отпускать. Еле уговорила. Спать хочется. Пусти меня. Пусти. Ты должна мне кое-что объяснить. Слышал, у тебя кто-то появился. Сеньор Дамиан, простите меня, но лучше бы вам отпустить Марту. А то вдруг увидит ее жених. Он рассердится на вас. Что, жених? Да. А разве она вам не сказала, что скоро станет вашей племянницей? Сеньор Иво, ее жених, и скоро они поженятся. У вашего племянника ужасный вкус. Значит, и его. Да. Ты же все еще думаешь. Привет, дядя. Привет, поздравляю. Чем? Марта сказала, скоро ваша свадьба. Что? Нравится? Очень. Такая прическа у тебя будет на свадьбу? Не знаю, попробую, но мне ничего не идет. Не волнуйся, ты отлично выглядишь. Жаль только, что... Молчи. Ладно, молчу. Кажется, так мне не идет. Посмотрим. Ну что, Милли? Не знаю, не знаю. Ну, давай попробуем другую. Я уже все перепробовала и никак не могу решить, как мне будет лучше. Ну, попробуем еще. Милли, прочитай тебе список гостей. Давай, читай. Гамуса, падре Мануэль, сестра Толстушка, мать настоятельница, зеленщик, сеньора Чола. Никого не забыла? Забыли, забыли. А как же я? Я еще не получила никакого приглашения. Зачем? Ты и так придешь. А как же с приглашением на венчание? О чем ты говоришь?
Опять забыла. Так я и знала. Нет, не бери, принес богатеев. Чуть не забыла. О приглашениях знаю только Падре Мануэль, сестра Толстушка, мать-настоятельница, Гамуса. Да. И все. А что нам теперь делать? Садись. Садись-ка быстренько, будешь писать. По почте они получить не успеют. Кто сказал по почте? Они и так все узнают. Соседи приглашаются на свадьбу. Приглашаю всех на венчание, которое состоится в церкви рядом с парком. Это моя свадьба. Ты что, Милли, ты знаешь, сколько народу придет? Ну и что? Не мне же платить. Повторяю. Все соседи приглашаются на венчание, которое состоится в церкви рядом с парком. Приглашаю всех на мою свадьбу. После церемонии венчания будет коктейль во дворе хозяйского дома. Внимание, повторяю. Все соседи приглашаются в церковь и на свадьбу. На мою свадьбу. Почему мне так не везет? Вечно ко мне цепляется всякая шантропа. Что с тобой, Марта? Что со мной? Да. Иду я домой, а навстречу какой-то ненормальный спрашивает, здесь ли же Тампара Родригес? Говорит, я ему напоминаю кого-то, кого он знал в молодости. Сокорро, лучше тебя не готовит никто в мире. Во всей Солнечной системе. Спасибо. Во всем Млечном пути. Какой ты поэт. Я изъездил всю Солнечную систему, поверь, никто не готовит завтрак лучше, чем ты. Ну что, подумала о моем предложении? Каком предложении? Поработать в моем киоске, ведь ты отличная повариха. Ну, я же сказала, не могу. Кстати, как твои дела? Отлично. Я рада. Отлично. Быстро, Рокки, ты еще не помыл машину, она вся грязная. Синьорита Виктория сказала, что ей срочно нужна машина. Надеюсь, нам больше не будут приходить письма на имя Ампара Родригес. Ампара Родригес? Как мне надоела эта Ампара Родригес. Что ты сказала? Да там на улице кто-то ее спрашивает. Ты знаешь, кто это, Бернардо? Нет. Поторопись, сеньора Луиса куда-то собирается. Собирается? Да, идем быстрей. Марта, я жду тебя. Ну ладно, ладно. Он здесь. Конечно, Сокорро, я здесь, никуда не ушел. Как ты мог поверить, что мне нужна Марта? Это недоразумение. Правда? Значит, ты спал с ней по ошибке. Я не спал с ней. А разве тебе не объяснили, что у друзей нельзя отбивать подружек? Ты мне не друг. Я твой дядя, это еще хуже. Хватит. Между нами ничего не было. Зачем мне она? Нет, на этой стене я повешу... Я еще не знаю, что именно. Но главное, чтобы это было в пастельных тонах. В розовых? Нет, не розовых, а пастельных. Запиши. А вот здесь будет занавеска. Потому что это сплошной ужас. Это все нужно закрыть. Стол мы поставим здесь. Мама, мама! Да? В чем дело? Мой секретарь записывает, что здесь нужно заменить. Вот и все. Убирайся отсюда, пока я тебя не проучил. Да ты мне не нужен, я еще Ампара. Ампаро. Ампара умерла. Значит, ты знаешь, о ком я? Конечно. Она мне все о тебе рассказала. Ты подлец и мерзавец. Убирайся, пока я не передумал, а то хуже будет. Она сказала тебе, что я убил человека? Ты мне угрожаешь? Нет. Мы еще с тобой не знакомы. Я муж Ампаро. Так что лучше убирайся, если не хочешь снова в тюрьму. Как дела у дочери твоей жены? Она знает правду? Да? Ты ей все рассказал? Мерзавец! Нечего тебе здесь делать, убирайся! Не трогай меня! Иди, иди!
Не смей меня трогать, иди слышишь? Иди отсюда! В чем дело? Что ты делаешь с Донни Чолой? В чем дело? Она вошла в дом без спроса, говорит, что принесла тебе подарок. Правда, Мили, я тебе его принесла. Пусти ее. С этого момента ты должен впускать моих подруг. И не забудь, скоро я стану членом этой семьи. Обидишь мою подругу и вылетишь на улицу. Понятно? Бернардо. Понимаю, Милагрос. Сеньорита Милагрос. Простите, сеньорита Милагрос. А теперь иди отсюда. Оставь нас одних. Ладно. Садись, Чола. Что нужно сказать? С вашего позволения, сеньорита Милагрос. Ладно, иди на кухню. Значит, ты Чола? Да, милая. А это мой подарок для Мили. Большое тебе спасибо. Огромный, конечно, подарочек. Ведь у меня совсем нет денег. Косыночка, какая прелесть! Да нет, это салфетка на столик. Я сама ее связала. Отличный подарок. Большое тебе спасибо. Поздравляю. Тот, кого я убил, провинился гораздо меньше тебя. Что тебе надо? Деньги. Я только что вышел из тюрьмы. Нужно же мне на что-то жить. Мне нужны деньги, чтобы уехать отсюда. Я не позволю тебе шантажировать ее. Я и не собирался. Зачем мне это? Мне просто нужно поговорить с Ампаро. Передай ей. Это адрес пансиона, где я остановился. Передай. Ладно, Мили, мне пора. Минуточку, Бернардо. Что ты задумала, Мили? Сейчас увидишь. Что это такое? Иди сюда. Оловянные глаза. Как ты смеешь? Забыл? Да, сеньорита Милагрос. Проводите сеньору Чолу до дверей и поцелуйте ее. Поцеловать? Да, поцеловать. Да. Да, хорошо, сеньорита Милагрос. Прошу вас, сеньора. Так. Поцеловать. Молодец. Посмотри сюда. Что это? Не видишь? Луиса поставил еще один стол. Это я вижу, а зачем? Для Марты. Имей в виду, я не собираюсь здесь сидеть с горничной. С чего ты взяла, что это стол для Марты? Она мне сама сказала. Не может быть. Не можешь? Да почему же? Я временно исполняющий обязанности директора, и ни одно решение не может быть принято без согласования со мной. Ты уверен? Абсолютно. Пока я президент, Марты здесь не будет. Могу тебе это гарантировать. Привет. Андреа, дорогая, какие у тебя красивые очки. Где ты их купила? Мама, лучшее, что ты можешь сделать, это вернуться домой. Думаешь, я не способна? Я этого не говорил. Ну, в таком случае оставь меня в покое. Представляешь, что будет с папой, когда он вернется? Ой, можешь не волноваться. Он будет рад увидеть меня здесь. Марта? О, кажется, я ошиблась номером. 211. Марта! Да, сеньора? Позвони в журнал «Люди». Мне нужно поговорить с главным редактором. Отлично. О чем ты собираешься с ним говорить? Ты видел обложку последнего номера? Журнала «Люди»? Да. Фотография принцессы Каролины. Я хочу, чтобы они напечатали меня. Луиса Рапалло – новая звезда мира бизнеса. Скажи, как, по-твоему, звучит лучше, Луиса Рапалло или Луиса Ди Карло?
Какой ужас, Рамон. Кошмар. Эта жара меня убивает. Приходится принимать душ 3 раза в день. При чем здесь жара? Я говорю о Марте и о том человеке. Да, я знаю. Что знаешь? Я говорил с ним. Серьезно? Он хочет с тобой встретиться. Нет, ни за что. Он постарел, ему нужны деньги. Он не собирается тебя шантажировать. Не верь ему. Я ему сказал, что я твой муж. Серьезно? Да. Это тебе. Он остановился в этом пансионе. Если хочешь, могу пойти с тобой. Ну, не знаю. Сокора, ты должна похоронить прошлое. Не понимаю, что с ним. Я не понимаю, что с моим братом. Я тоже. И что ты будешь делать? Главное – это терпение. Он будет мой. Отлично. Ради любимого можно пойти на все. К тому же мне бы очень хотелось иметь такую невестку, как ты. Я думаю. Тебе бинокль принести? Не стыдно пугать людей? Людей? Но ты не человек. Ваши слова – пустой звук. Вы дисквалифицированы. Я проиграл всего лишь бой, а не войну. Вики будет моей. Виктория. Она не любит имя Вики. Спасибо за подсказку. Виктория будет моей. Никогда я не спущу с нее глаз. Спать не собираешься? Конечно. Не буду спускать с нее глаз, даже во сне. Пока я жив, вам ее не видеть. Посмотрим. Можешь не сомневаться, я буду ходить за ней как тень. Вики будет моей. Виктория. Виктория, спасибо за подсказку. Уберите отсюда эту горничную, или больше меня не увидите. Успокойся, что-нибудь придумаем. Мама не привыкла сдаваться. Наверное, она спятила. Меня это не касается. Уберите и все. Конечно, Андреа, нам тоже не до смеха. Можете себе представить реакцию Федерико? Существует 2 выхода. Какие? Или у него будет инфаркт, или он убьет твою мать. В любом случае, ты станешь сиротой. Типом тебе на язык. Алло. Федерико, как дела? Да, он здесь. Только вначале я хочу тебе... Федерико, у нас полный порядок. Не волнуйся, все идет как надо. Успокойся. Сюрприз? Какой сюрприз? Ну, говори же. Сказать? Да, скажи. Ладно. Сегодня на примерку придет портниха. Что? Опять? Она сказала, это последняя примерка. Сколько можно? Как мне хочется увидеть тебя в этом белом платье. Извини, мне нужно в туалет. Я с тобой. Что? Шутка. Не шути так. Куда делась моя заколка? Пожалуйста, не выходи замуж. Я люблю тебя. Иво. Иво. Я люблю тебя. Я люблю тебя. В следующую субботу тебя ждет отличная работа. Зачем я только согласился? Ты еще спрашиваешь, ведь Мили выходит замуж. Для тебя это честь. Лучше бы я просто пришел к ней в гости. Лучше поработай официантом, это очень важно. Тебе нужно потренироваться. Опять? Конечно, ты будешь лучшим официантом в мире.
Что ты делаешь? Завязываю тебе глаза. Но я ничего не вижу. Ну, конечно. Для этого я и завязываю. Ты должен быть лучшим официантом в мире, самым лучшим, ясно, птенчик? Но я ничего не вижу. Так и надо. Я ничего не вижу. Теперь, когда я дам команду, ты пойдешь вперед, а я засеку время. Только так ты научишься правильно носить поднос. Ну, готов? Что? Пошел. Пошел, вперед. Так, так, отлично, отлично. Отлично. Так? Ничего, ничего, все в порядке. Задел чуть-чуть. Продолжай, продолжай. Ну. Ну, все правильно? Отлично. Откуда здесь лестница? А, не обращай внимания. Так? Так, так. Так. Я не мешаю гостям? Нет, нет, нет. Что ты? Поставим это. Что это, Рамон? Бокалы. И что мне делать? Идти, идти дальше. Опять идти? Иди, иди. Готов? Да. Время. Я правильно иду? Иди, иди, все в порядке. Сюда. Сюда, сюда. Все время прямо, молодец, молодец. Я не уронил ничего? Все отлично. Привет, Бобби. Привет, Дамиан, как дела? Хорошо. Я ищу Ива. Молодец. Знаешь, я как раз только что о тебе думал. Да? Кажется, твоя специальность — общественные связи. Да, общественные связи, а что? Вот ты-то мне и нужен. Зачем? Хотел бы ты стать членом команды депутата парламента Федерико Ди Карло. Ты серьезно? Конечно, не слышу ответа. Хотел бы ты поработать с Федерико? Конечно. Дело в шляпе. Как только Федерико вернется из Италии, я замолвлю за тебя словечко. Я не знаю, что и сказать. Просто не ожидал. Спасибо. Большое спасибо. Очень большое. Очень тебе благодарен. Хорошая мысль, правда? Ну ладно, Ива у себя. Спокойно. Спасибо. Бобби. Можно? Конечно. Там никого, поэтому я прямо к тебе. Тебе не надо представляться, садись. А что ты делаешь? Пытаюсь ответить на вопрос. Какой? Моя мать сошла с ума. Что делать, положить ее в психушку или запереть дома? Что скажешь? Что это? Рамон. Рамон. Жизнь прекрасна, не так ли? Я делаю то, что могу. Ты долго еще собираешься здесь валяться? Пару часов. Да, конечно. И не мечтай встать! Бернардо. Где Рокки? Тренируется. Тренируется? Да, с подносом. Зачем? Готовится к субботе. Он здесь. Рокки! 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 Ох уж эта прислуга! Рамон, все правильно? Правильно? Я правильно иду? Я никого не задел. Рамон! Рамон, ты где? Серьезно? Клянусь. Но что случилось? Не знаю. Сегодня утром мама решила занять пост президента фирмы. Что? Президента? Фирмы? Вот именно. Не понимаю, что с ней. А зачем ей это? Как она тебе это объяснила? Никак. Ну что, вдруг ни с того ни с сего? Она хочет видеть себя на обложках журналов. Кто знает, может быть, она мечтает получить приз лучшего предпринимателя года. Не знаю. Я не могу поверить. Придется. Ну, дела. Это еще не все. Не все, Бобби. Не все? Да, не все. А что с ней? Она хочет купить футбольную команду. Что? Футбольную команду? Ты шутишь? Нет. Не может быть. Говорит, что если у ее подруги есть футбольная команда, у нее должна быть тоже. Господи, только не дай ей купить рейсинг-клуб. Или мы проиграли. Ничего смешного. Ну да, конечно. Прости, что надоел тебе своими проблемами. Итак, зачем ты пришел? Что хотел сказать? Твоя сестра.
Что с сестрой? На этот раз я и серьезно сделаю предложение. Ты мне поможешь? Помоги мне. Что? Милли, ты уже не маленькая. Скоро твоя свадьба. Надеюсь, ты знаешь, что такое первая брачная ночь. Более-менее... Нет, не знаю. Ладно, конечно же знаю. Ты готова? Что, к этому нужно готовиться? Конечно. Не нагружайте. Милли, не говори так. Это очень серьезно. А я думала, нет ничего проще, чем трах-тарарах. При чем здесь трах-тарарах? В этом должна быть магия. Магия? Да, магия. Красивый пеньюар, дорогие духи, бутылка шампанского. Да зачем? Мужчинам нужен только трах-тарарах. Больше ничего. Хватит называть это так. Трах-трах. Войдите. Милли, портниха ждет в твоей комнате. Скажи, Пабло, ты любишь шампанское? Нет, не очень. Видите, Донни, зачем ему шампанское? Все они одинаковые, только трах-трарах. Бабушка, а что такое трах-тарарах? Привет. Привет. Нравится? Оно тебе очень пойдет. Прими. Остались какие-то мелочи. Не хочу. Тебе что, не нравится? Да, конечно, нравится. Тогда что? Я не хочу замуж. Закрыла дверь. Да никто не войдет. Не хочу никого видеть. Мне кажется, я схожу с ума, Сакура. Да что ты? Это естественно. Все невесты боятся свадьбы. Все? Да, все. Успокойся. Все будет хорошо. Вот увидишь. Пей чай. Думаешь, он мне поможет? Как это заперлась на кухне? Да, не понимаю, что с ней. Лучше я приду в другой раз. Нет, подожди. Пойду посмотрю, что с ней. Не надо, оставьте ее в покое. Она боится. Это бывает перед свадьбой. Я с этим уже встречалась. Что ты посоветуешь? Не нужно на нее давить. Оставь ее в покое, она боится. Пусть побудет одна. Ты так думаешь? Это лучшее, что ты можешь сделать, если только не собираешься вести ее силу. Нет, конечно, как ты только могла подумать. А вот и мы. Вот мы пришли. Милли, как ты себя чувствуешь? Все в порядке. Прости за сцену. Ничего, не волнуйся. Идем? Сеньор Пабло, вы должны понять Милли. Это ее первая свадьба. В следующий раз все будет по-другому. Итак, Бобби, ты меня нанимаешь, чтобы отомстить одному типу. Да, он сделал мою жизнь невыносимой. А что я должна сделать? Послушай, сейчас объясню. Я люблю девушку, но этот тип не отходит от нее ни на шаг. Ты должна его отвлечь, чтобы убрать его с моего пути. Если это, конечно, у тебя получится. Не понимаю, что ты хочешь. Отомстить ему или отбить у него девушку? И то, и другое. Романтично. Займи его завтра. Я тебе заплачу. Я хорошо заплачу. Скажи, а он злой человек? Конечно. Очень злой. Он ее шофер. У него глупый вид. Где его могу найти? Этого глупого человека? Да, я жду подробностей. По утрам он обычно бегает. Для тебя это хорошая возможность встретиться с ним. Бегает, отлично. Сведи его с ума.
Как дела, Бернардо? Отлично, падре. А у вас? Так себе. Мне нужно увидеть Челита, то есть Милли. Скоро она будет дамой, нужно привыкать. Милли, дама. Синьорита Милагрос примеряет свое свадебное платье. Хотите ее подождать? А это долго? Думаю, нет. Падре! Девочка моя, ну как ты? Как я счастлива, падре. Вы к Милли? Да, но она примеряет платье. Не волнуйтесь, она очень вам обрадуется. Да, но... Синьорита! Что? По-твоему, я прозрачный? Нет. Позволь тебе напомнить, что я еще управляющий, и только я могу здесь приказывать. Да, конечно. Итак, показывать жениху платье перед свадьбой плохая примета. Но вы священник. Идемте, падре. Прости. Идите, падре. Никто со мной не считается. Бернардо, мама дома? Да, сеньор, она в библиотеке или... Я здесь, сынок. А вот она. Мама, я хочу с тобой поговорить. Только не сейчас, милый. Я занята. Мне нужно принять ванну. Кстати, сделай мне одолжение. Мне было бы очень приятно, если бы ты научился играть в поло. Бернардо, прости, где она думает, я найду себе лошадь для поло? Не знаю, сеньор, у меня много дел, не знаю. Ты позвонил? Да, позвонил, не волнуйся, можешь на меня положиться. Думаю, мне лучше навсегда отсюда уехать. Не говори так, я этого не позволю. Он очень опасен. Я тоже опасен. Ты видела меня в гневе? Значит, тебе повезло. У тебя озабоченный вид. Да, но к этому типу это не имеет отношения. Я волнуюсь за Рокки. Что с ним? Ты вернулся? Что с тобой? Я уронил поднос, но не волнуйся. Бокал я поймал. Вы только посмотрите на хозяйку дома. Ты что, издеваешься? Да. И знаешь почему? Почему? Врунья. Я выяснила, Иву тебе не жених. Просто ты мне завидуешь. Он попросил меня держать это в секрете. Не смеши меня. У нас будет тайная свадьба, как только он решит все свои проблемы. Вот тогда все и произойдет. Свои проблемы? Единственная его проблема – это врунья, которая выдает себя за его невесту. Ясно? Не смей меня называть вруньей. Да? Да. А вот скажу. Врунья. Ну и запах. Себя понюхай, кудрявая врунья. Помолчи, пока я тебя чем-нибудь не огрела. Да ты только попробуй, попробуй. Что здесь происходит? Ой, смотри, кто пришел. Твой жених. Почему ты говоришь, что я ее жених? Это неправда. А я знаю. Откуда? А твоя подруга? Подруга? Она знает? Что знает? Она знает. Милли? Да. А вы ей сказали? Нет. Тогда откуда же ей знать? Где она? Как ты прекрасна, Челита. Падре, зовите ее Милли. Где вы видели Челита в таком платье? Правильно, Глория. Мне нужно привыкнуть называть ее Милли. Отлично. Можешь его снять. Я приеду в субботу и помогу тебе одеться. Хорошо. Подождите, я еще немного в нем похожу. Понимаю. До субботы, Милли. До субботы, спасибо. Не за что. Я вас провожу. До свидания. Падре, как я выгляжу? Ты прекрасна. Но у тебя грустный вид. Невеста должна быть счастлива. Что с тобой, Милли? Я открою. Да, согласен. Согласен. Я и Иво Ди Карло согласен взять ее в жены. Обвенчайте нас, падре. Прямо сейчас.
regreso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad. Aún no es tarde, pero así me estoy sintiendo. Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá. Por eso vuelo a otro centro.